Оккупационный суд Крыма не удовлетворил жалобу заместителя Меджлиса, заместителя председателя Меджлиса об отмене штрафа. Речь идет о штрафе Ильми Умерову за участие в якобы запрещенном собрании, на котором было принято решение приостановить членство в Меджлисе Эмирали Аблаева, Айдера Аджимамбетова и Руслана Якубова. По подобному обвинению штрафы были назначены и другим членам Меджлиса в оккупированном Крыму. Верховный суд Крыма принял то решение, которое ему было заказано. То есть оставил в силе решение Бахчисарайского районного суда. На территории Крыма или России больше мы никуда подавать не будем. Просто это накопительство в ходе подготовки к Европейскому суду или к суду в Гааге.